Ага. Вот. Сейчас идет сценка. Уже, наверное, девятая. В общем, по сценарию должно быть макароны с мясом. Наташа все красиво накрыла. Я подумал, что как бы все красиво не бывает. Надо обозначить, что они как-то ели. Вот, поэтому вот оператор берет кусочек. Видно, да, как ты взял, негодяй, да? Вот. Мы подпортили как бы тарелку с макаронами. Вот надо вот подпортить еще вот это. Вот нарезка здесь. Я, правда, на свинячу. Но мы из них не определяться, кто из них больше свинячит. Наверное, солитва. Виолетта. Мама. Сидела смотря. Поэтому крошки я себе оставляю. Остальное все доедаю.